Всем здорово, и сегодня мы сыграем с вами в приложение для Android, которое называется Forest. Эту игру я нашел в Play Market, даже есть предлагаю, что установить вторую часть, чтобы поиграть в бесплатную версию. Мы сейчас поиграем с вами во Forest, которая за нами будет гнаться сама Морга... Как там? Самара Морган. Самара Морган из нашего фильма «Звонок». Давайте нажмем старт, ну нам уже предлагает... Прилагает это. Какой уровень ты выберешь? Давай я выберу вот этот уровень, что ли, я не знаю. Хочу на неизвестном уровне поиграть и уже услышу какой-то гул. Сейчас мы это все посмотрим. Я видел, что эта игра также есть на этом. Как говорится, на этом. На ПК. И у кого-то у кого-то летсплейщиков видел, что она есть на ПК. И здесь я, что меня в этом игре не устраивает, что наша главная героиня, блин! Идет как нахер черепаха, вообще не понимаю. Я и то передвигаюсь пешком намного. Вау! Вот это сейчас было неожиданно. Вот бы сейчас еще раз так. Сделай еще раз так. Ну, тебе что, слабо что ли? Вот, она сейчас передвигалась, если вы знаете. Вы видели сейчас, как она сейчас передвигалась. И все, она уже устала. Она только гребаный раз ходила пешком. И уже устала. Капец, капец, капец. Она что, за собой сумку с кирпичами несет, что ли? Вообще не понимаю. Ну ладно. Тем не менее, не буду я эту игру критиковать сильно, потому что я не критик. Вообще, я вообще никого не критикую, ничто не критикую вообще, по идее. Вот сейчас опять передвигается, как будто у меня в этой игре есть, как будто я в какой-то сетевой игре, как будто. Который у меня такой низкий, высокий-высокий пинки, раз, низкий, высокий-высокий, я забегаю, salt font. А, мы якобы собираем души. Мы якобы собираем чьи-то души, мы должны собрать чьи-то души, и за нами сейчас будет гоняться сама Самара Морган. Которая будет косить гриб от этого гребаного слендера. Зашибенного слендера. Так, ну что, пускай наша главная героиня отдохнет, потому что, ну, видишь, потому что с задышкой идти вообще не вариант. Надеюсь, Самара Морган не появится за моей спиной, потому что, ну, якобы пока ее нигде не видно. Блин, ренах, ребята, я, ребят, уже испугался, что передо мной уже начинает прорисовываться трава. И это более страшно, когда перед тобой, вот опять испугался, когда перед тобой прорисовывается трава, и прям внезапно так, пугает больше, чем сама Самара Морган из нашего фильма «Звонок». Так, я вижу вторую будку, и мы там должны найти якобы вторую душу. Так, сейчас я обернусь, а там Самара Морган, я прав? Ой, да ладно, я не прав, ну и слава тебе. Уай! Самара Морган, здорово! Я ее там видел, в общем, Самара Морган, это очень симпатичная. В общем, я бы не против бы набрать бы хайпа, вообще, от хайпа любой человек от хайпа не откажется, то есть от популярности. Вот даже сам Фирамир какой-то все время делал какое-то... ну, вы сами знаете, что, какой-то сериал ютубнерный, чтобы поднять ради этого большой хайп. Я вернулся в самое начало, ну, просто зашибись. И Самары Морганы сзади меня нету. Хорошо. Лучше всего не оборачиваться, иначе тебе Самара Морган просто-напросто надаст по щам. Блин, ребят, мне вообще так стрёмно, аж у меня мурашки по коже. В общем, насчет хайпа. В общем, вы видели, что он столько хайпа провел, что практически на каждом видеороликом, где он там записывал свой, типа там, вы сами знаете, что типа, меня окружили бандиты или что-то там, ну я вырвался, типа я враг России, вы видели сами там миллионы практически эти гребаные просмотры. Я вот тоже бы не отказался от, например, от хайпа, только я никакой не Фирамир. Я обычный такой чувак, который ходит по лесу, собирает, находит души и пытается остеречься от Самары Морган. Который, собственно, вот она, даже она висит, собственно, в воздухе. Ну ладно, с ней такое, думаю, она ко мне не ТПшница. Она вот, она сыкает, блин, как призрак, ё-моё. Ладно, стой там, я спокойно буду собирать души. Блин, я с этой грёбаной одышкой вообще ничего не смогу сделать. Если ты так будешь задыхаться, я вообще буду все вот это... Ты брось эти кирпичи, которые несешь за своим этим...
за своим спиной. Я уверен, что у тебя и там, например, тонну кирпичей ты несешь. Где-то, не знаю, 25 килограмм, что ли. Мы на тем временем нашли уже 3 души. Насчет хайпа. Самара Морган, давай договоримся так. Ты разделишься, покажешь сиськи. Я выложу это на канал, хотя с ограничением плюс 18. Но тем не менее, уже просмотров миллион будет. Я тебе гарантирую на это. Но же ради того, что многие смотрят, уже многие посмотрели, что про файное аниме с скримеры, что там пошлость такая присутствует, что там, конечно, плюс 17, ну вы видели, там дофига таких просмотров набирается, типа хайп такой быстро набирается, вообще все зашибись. Что типа, я просто офигеваю. Вот, Самара Морган, давай, ты сними свою одежку. Ну я же не так хотел, ну ты молодец, показал свое симпатичное личико, ну ё-моё, я же предложил просто раздеться. Ну вот и гейм овер. Я здесь всего лишь предложил одежку. Ну, допустим, она согласилась, и допустим, у меня с ней было, но вы поняли, что. Давайте сыграем еще разок, только на этот раз на первой локации. Вот опять я услышал, короче, вот опять слышу какой-то странный гул, вообще непонятно, страшный такой гул. Что, я могу поплавать, я не знаю, если. Ой, ну ладно, я в воду заходить не буду, якобы, потому что, допустим, мало ли, Самара Моргана купается сейчас там. А мы просто спокойно, она пошла купаться, а мы спокойно пошли по за грибочками. Ладно, тем не менее, мы пойдем спокойно по тропиночке, не сходим с него, чтобы не заблудиться. А тем более, ты даже здесь и не заблудишься, потому что кругом горы. И тут опять это та же самая проблема. Опять она носит на своей спине 25 килограмм кирпичей. Ну вы уверены, что она сейчас обосралась от Самары Морган? И несет тучу кирпичей, чтобы построить себе, ну вы сами знаете, кирпичный завод. И вот она несет, короче, ну не зря же просто-напросто мы зашли попугаться, так ведь? Нам нужны кирпичи, мы должны попугаться, а мы эти, собственно, кирпичи несем, и что мы уже, мы просто-напросто прошли так шагов 10, просто прошли, не пробежали, а прошли, и мы уже начали задыхаться. Тем не менее, я вижу какой-то первый домик, и там я не знаю, что я должен найти, опять, наверное, какие-то души. Так, давай-ка, идишь побыстрее, а то, ну, вообще тут замаешься, пока, когда ты идешь. Слишком медленно. Блин, это выносит мне мозг. Фонарик хоть выключить не... Нет, фонарик выключить не могу. Ну нет, ну мало ли скрытная функция, как это Слендрин Must Do It. Икс Дизел. Чё? Я вообще не понял, что это такое. Нажми типа X, что ли. Только как я могу поднять это... Только как какой-то человек сможет нажать на X, я тебе скажи. Играет человек на Android. Нажмите X. И как он тебе нахер нажмет? Где здесь X? Вот где здесь X? Что, на клавиатуре, что ли, будет играть человек? Нет, играешь такой спокойно. И человек, допустим, через Android. Играешь в эту игру. Нажми X. Человеку сломай психику. Нормально. Нажми X и сломай человеку психику. Вообще офигеть. Я, допустим, сделаю так. Ну, например, вдруг или получится, например, вообще могу сделать сумасшествие. Так, Самара Морган за нами не идет, а она идет за нами. Понятно, все нормально. Да ёб твою мать, ты чё такая? Вертишься, как будто ты едешь... А, нет, не едешь. Ты как будто... Ну, она вертится вообще непонятно. Тут управление вообще какое-то скользкое. Вот скользкое управление, вот так вот, в общем, вот так вот вообще, ну не вообще неудобно. Так, о чем это я заговорил? Вот я сделал, допустим, свою игру, вдруг, мало ли я сделал свою игру под Android, хотя я сомневаюсь, что я так сделал под игру. И вообще сломаю человеку психику, чтобы перепрыгнуть, нажмите пробел. На Android, нажмите пробел, вообще сломаю человеку психику. Окей, я нашел какие-то ключики. Ключики X, опять X, ну ясно. Самара Морган, вы не против, если я всего лишь пройдусь к мосту, окей? Ну, Самара Морган, ты это не коси под Слендером, мне надо всего лишь... Ясно, это меня напугало, ты очень симпатичная, пожалуйста, меня не трогай. Потому что, ну, главная героиня наша прыгает, бегать просто не умеет, а... Как я буду так бегать, если она даже...
при ходьбе, блин, она задыхается. Чё за дурдом, а? Сейчас я пройду с несколько метров, меня Самара Морган за спиной уже поймает. Она меня обернёт, как Слендер. Самара Морган, пожалуйста, меня спокойно не трогай, а? Я и хер узнает, почему я делаю в этом лесу. Я вообще не звал тебя, я всего лишь пришел на пикник. Или на что-то еще. Ну, чтобы отдохнуть на природе, ну, мало ли. Да, здоровье надо же подправить, мало ли. Все же, надо отдохнуть, климат поменять. И типа того. Что-то я все время слышу так, руки, или мне показы, послышалось, что ли. Хер знает. Ладно, я иду по какой-то неизведанной тропинке, Самара Морган, тем временем сзади меня. Я полюбас в этом уверен, 100%. Вот смотри, я прав, я 100% прав. Вот видишь, она стоит рядом со мной. Если она сейчас ТПшница, она меня убьет. Полюбас. Меня убьет. А мне не надо, чтобы она убивала меня. Ну, в прошлый раз мы с ней пошалили, но вы знаете, на прошлой локации мы с ней пошалили. А я ей сказал, раздевайся, она подошла ко мне. И затемнился экран, ну чтоб цензура. Ну видите, мало ли, на ютубе нельзя. Стой! Вот и я стоил только абонентом заговорить, и она опять подошла ко мне, а потом вот с этим темным экраном она полюбас разделась. Ну и типа гейм-овер, типа. Мама, как же мы задолбала. Ну короче, потом, не знаю, поиграю во Forest 2, что ли. Ой, я случайно нажал. А хотя, чё, давай-ка установим, чё. Вот потом, что ли, в Paranormal Alsum поиграю. Посмотрим, как там Самара Морган выглядит сексуальнее, чем во Форесте или во Форесте 2. Посмотрим. Сейчас скачается уже 87%, уже 88%. Ой, установка, да неужели? Ой, давай откроем, сейчас откроем вторую часть Фореста 2, поиграем, чё. Сделано на Unity, давай. Давай, запускайся, я не терплю поиграть во Forest 2. Давай-ка, ну-ка, сейчас позовем, что у нас в сеттингсе. Ну, в сеттингсе у нас, да гребаная реклама. Какой нахер батарея, если я играю через эмулятор? Какой нахер батарея? Ну, все нормально, давай, сохранение, выйти, давай-ка играть. И у нас тут опять новые, короче, локации. Тут опять какие-то, какие-то части, в общем, давай, поиграю в первую часть, там, наверное, будет открываться каждый по частей, если ты будешь, короче, это... Так, вот здесь управление, тем не менее, нормально, чуть-чуть оптимизовано. Но мы сейчас будем играть, тем не менее. Куда идти, ё-моё? Ага, надо идти. Да ёп... Нормально вообще! Собирался я, блин, поиграть, вот, что у нас главный герой или главная героиня же опять вообще не ходит. Но здесь я ходит чуть-чуть побыстрее. Вообще, можно здесь вообще бежать, якобы? Ну, давай-ка походим по тропиночке и посмотрим, что у нас будет твориться во Форесте 2, нежели во Форесте. В первой части по... Так, куда нам? Направо, налево? Ну, конечно же, идем направо. Конечно же, идем направо. Моя сторона, моя любимая сторона, это право, конечно же. Пойдем направо, и опять нам тут идет это лево, направо. Ну ладно, пойдем что ли налево. О, тем не менее, я нашел какой-то стоп. Я могу это поднять. Может, как бы косим по Слендера, что ли? Так, ну ладно. Вот, мы уже собрали 3 каких-то использованных записок. Вот, мы... Папер, мы использовали 3 записки, и тут какое-то что ли болото, или... Ну чё, давай-ка глянем, что это такое. Ой, а вот-то... Ой. Нормально вообще, и чё я был должен сделать? Меня взяли и поймали, я не успел убежать. Оу. Ай, я типа оказался, не знаю, в каком-то прошлом, что ли, ну, эффект черно-белое, ну, якобы, вы понимаете, эффект черно-белое, это означает, что ты как будто попал либо в прошлое, либо это туга какая-то локация. Ой, я, тем не менее, нашел какое-то... Ага, и опять нам нужно собирать... Теперь нам уже надо собрать 5 душ. А в первом Форесте сколько мы собирали душ? 8 надо было собрать, да? Я точно не знаю. Ну ладно, тем не менее, мы попали, допустим, либо в прошлое, либо в другую локацию. Я слышу какие-то страшные звуки. Но это якобы Самара Морган, типа, дышит. И типа, нам должно быть страшно. Ну, ее пока не видно. Здесь и Самара Морган чуть-чуть симпатичнее прорисована, что она уже как в 3D. Там она была, выглядела как в 2D, практически как обычная. Просто взял куб, представь. Просто взял обычный куб. Растянул ее на плоскость такую.
такую, до такой плоскости. И наложил текстуру, и все, она была как текстурой, просто на тебя, и на тебя еще смотрела. Ну ладно, тем не менее, мы пойдем все время направо. Давай пойдем все время направо. А факт, что я сделаю круг, это большой факт, может быть. А и тем не менее, я вижу впереди Самару Морган. Ясно, нам туда нельзя. Она нас не пускает, типа, не иди сюда, ну типа, не иди, иди-то в другую сторону. Но я же хотел якобы на правую сторону, ну ладно, не пускает, так не пускает. А где она, куда она исчезла, хер знает. Это когда ты не видишь своего монстра в игре, это вообще фигово. Я, только не говорите, что я вернулся назад, а? Пожалуйста. А, нет, если бы я вернулся назад, здесь была бы сеточка, что ли. А нет, все-таки я вернулся назад. Нет, я не хочу назад. Я хочу идти вперед. Вот новый мост какой-то еще, новый мостик. Давай-ка пересекаем, что ли, мостик, не знаю. Давай. А вот еще один домик. Мы походу круг делаем, ребят. А нет. Я нашел уже вторую душу. И сама Морган должна злиться на нас. Я не могу двигаться. А теперь могу. Слушай. Ну это не вообще не смешно, и стоп по духу, а дышать, а? Я так и знал, что она сзади меня. Геймур. Все, геймур, блин. Собрал где-то два или... Да, два, походу, души, и вот так. Ну ладно, ребят, давайте мы на этом закончим. Мы поиграли и в первый, и во второй форест. Ну, офигенно, игрушки мы потом поищем, подлицезреем игрушки на Android, а мы пока что на этом закончим. А иди ты нахер, реклама задолбала это видео. Ну что ж, ребят, а мы сегодня заканчиваем. И сегодня мы поиграли в Forest и Forest 2. Ну, типа такой такой певчий конец. Все, нажимай, exit. Если вы здесь впервые, подписываемся на канал и ставим лайки. Что ж, всем удачи, всем пока!